Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. С вами Владимир, и мы продолжаем проходить Resident 2. Так, что тут? А, обезьяны. Так. А тут снизу ничего нет. Убираем. Кто-то тут еще есть. Не помню, кто в этом домике. Говорили немножко. Ну, поглянем. Рыбацкая хижина, наверное. Не такого уникального. Добавить. Он хотел доказать каждому, что он может взойти на этот высокий холм даже с деревянной ногой. Однажды ночью он покинул пиратское гнездо на Токаригуа, чтобы воплотить свой план. Никто так и не узнал, удалось ли ему достичь вершины. Деревянная нога. Я все хочу ее найти на Токаригуа, но пока не получается. Так, поговорим. Ну, наконец-то кто-то пришел из города. Я уже думал, мы потерялись. В чем твоя проблема? Мы с Дунканом регулярно относили наш улов в город, но... Последний раз все пошло наперекосяк. Там был судовой. Мне кажется, он сожрал Дункана. А что именно произошло? В общем так. В одном гроте мы нашли очень много рыбы. Правда. Мы очень обрадовались. Но потом появился этот... Кошмарный звук. Это было как низкое урчание. Тут я дал дёру и только потом понял, что Дункана больше нет со мной рядом. Мне нужна свежая рыба. Пока монстр там, я не сделаю ни шага. Мне очень жаль, но я еще не хочу умирать. Где этот грот? Он тут недалеко, в конце отмели. О, об этом я запрещаю себе думать. Почему ты решил, что это судовой? А кто, по-твоему? В любом случае, это не зверь и не человек. Значит, это какой-то обретший тело дух. А ты что-нибудь слышал о Маре? О ней рассказывают всякие жуткие истории. Говорят, что она злющая и что у нее щупальца. Старый маг о чем-то таком говорил. Но это всего лишь история, правда? Я думаю, что Мара подослала этого судового. О боже, не говори этого. Я вспоминаю, что однажды вечером из моря выбралась большая черная тень. Я не совсем ее разглядел, но она была жуткой. На следующий день ничего уже не было видно, и мы пошли рыбачить. Если за этим стоит Мара, о боже, мне плохо. Сейчас он обоссется. Хорошо, а я могу как-нибудь помочь? Да как? Что ты можешь сделать? Когда судовой появится, нам крышка.
Посмотрим, смогу ли я найти твоего приятеля Дункана. Посмотрим, смогу ли я найти твоего приятеля Дункана. Я не думаю, что он выжил. Но я буду благодарен тебе, даже если ты найдешь то, что от него осталось. Чтобы я знал наверняка. Посмотрим. Я позабочусь о твоем судовом. Не волнуйся, я все улажу. Либо ты чертовски смел, либо жить устал. Я надеюсь, ты вернешься, иначе я с ума сойду. Да, весело тут. На окраине. И сундучок надо бы вскрыть. Я сомневаюсь, что там что-то хорошее есть. Так. Ну тут вроде я только смотрел, тут эту часть. Сейчас надо сходить тут, посмотреть. Я не могу поджарить мясо, у меня его нет. Ну ладно. Раз ты такой привилегий. Так, это кто такое? Что-то новенькое. А, не. Я помню эту тварь. Мыльный паук. На тебе. Да, я с ним бился. Та еще тварь. Давай пойти. Отлично. Все. Глаз. Свлекли. Так, отлично. Золотишко. Так. Как тут выход на пляж? Давайте выйдем на пляж. С чем? Ага. Дёныши. Ловушку устроили. Точнее, засаду. И ничего, я справился. Так, ух ты ж. Ух ты ж. Самка. Сейчас мы сделаем из тебя деликатес. Думал ракушку взять спокойно. Угу. Возьмешь. Сожрут раньше времени, скорее. Так, кстати, глянем тут, что за заколочек. Кто это там? Кораблик механский, да? Ничего, разберемся. Заодно посмотрим, что тут. Что это за проход? Куда это ведет? Ага, ночница пещерная. Хорошо, даже две, да? Интересно.
Можем ее? Майя. Черную магию. Минус 15. Это если выпить еще что-то. Ритуал с 15. А вот. Блин. А что ты? А, отлично сработало. Пусть поработает. Отлично. Даже есть Вуду прок, но нам нужно качать его. Так, и куда это мы вышли? Да? Я не помню это. Это за проходик. Может, я побежал вот так просто туда на пляж. Наверное. А тут все намного проще. Так. Ну, посмотрим, что тут еще есть. Так. Ну, вон есть. Это тварь гигантская. Ой, их даже двое. Зараз. А ничего, уже у нас лучше получается. Лучше его пьем. Этого долбанного краба. О, раковина. Рыбки плавают. Там где этот хрен судовой? Что-то ничего я пока не вижу. Ящичок. В принципе, нормально бы. Бывает в таких сундуках закрытых намного меньше всяких полезных вещей. Что это за куст какой-то? Ладно, пока посмотрим тут. Значит, пойдем туда. Да, на сюда можно и подняться, если что. Если спрыгнуть можно.
куда это привело. Ну, отсюда я имел в виду, можно пройти. Хорошо. Так. Что показать на карте? Где это? Работодатель. А где? Где это? Зараза сидит, этот судовый. Где это вот? Конца отмели. Ну, отмель. О, ягоды маки. Как я мог пропустить? Ну, точно они тут или тут? Не знаю даже. Это долбанный грот. Я думал, вот эта пещера может. Казалось, не это. Блин, опять на грозу. Может где-то тут? А, вот он. Наверное, вот там. Тут вот, потому что тут ничего нет. Вот эта пещерка. Ох ты ж, какие люди. Ух ты ж. Отлично. Ну, вот какие. Хотел подловить нас, негодяй. Наверняка будет весело. Рипоку. Ох ты ж, это что такое? Я такого еще не встречал. Судовой, ничего себе. На тебе. Так, убиваем. Тут вода. Ух ты ж, быстрый. Сейчас. Куда ты? Куда? К
прохода. На. Я помогу тебе. Давай, заряжайся. На. Ух ты ж, убил. Знаешь, парень? Что-то не забудь, золото, черная жемчужина. А, кроме. Интересно, что это за черная жемчужина. Очень редкая. Ого. Здесь брать нечего. Штука я нанкала. Здесь брать нечего. Ракушек. Отлично. Здесь брать нечего. Тут брать нечего. Здесь брать нечего. Тут брать нечего. Здорово. Тут брать нечего. Здесь брать нечего. Алё, судовой, судовой, что там? Угу. Какой кабан. Так. Ну, опыт халявный. Не помешает. Что? О. Что с приколпак? Можно есть сразу. О! И что я забыл? Вот это. Поменять. Длинный меч. Интересно. Наверное, тут где-то она. Что за длинный меч? Не знаю, на руку. Не берется. Крысюки. Кстати, там я ночницу видел. Остатков нету. Может, вот кто-то. Вот этот лежит. Дружбан того. Чувака. Найди себя. Незаметно было. Ой, надпись. Так, что тут у нас? Какая-то пещерка. Еще. И этот сидит себе спокойно. Убери оружие! Нормально. Ну, ящик вскрою. Больше ничего нет. Откуда ты здесь? Я искал тебя. Я искал тебя. Правда? Ты очень храбр, раз пришел сюда. Где-то там рыскает огромный монстр. Мне больше негде было прятаться, кроме как тут. Да, я вижу.
Ты понимаешь, что когда-нибудь тебе придется выйти отсюда? Как бы там ни было, я рад, что я больше не один. Как ты вообще попал во всю эту заварушку? Ну, мы с приятелем Эдди рыбачили перед гротом. Вдруг появилась эта гигантская тварь, и Эдди пропал. Классный друг. Монстр уставился ему вслед. Тут я забрался глубоко в грот и спрятался там. Как правило, я не имею ничего против морских животных, но эта тварь... Похоже, здесь снаружи вам не на кого полагаться, кроме как на себя. Ты знаешь, раньше я спокойно бродил по Антигуа, и это не было проблемой. Самое ужасное, с чем можно было встретиться, это пьяный пират ночью у таверны. Но в последнее время все чаще из моря выползают странные твари. Одному морскому дьяволу известно, что это значит. Ты можешь идти, тварь мертва. Слава Киргеру! Надеюсь, что ничего такого со мной больше не случится. Вот, возьми в знак благодарности. Мне сейчас как-то больше по душе рыбалка, чем охота за сокровищами. Какое-то сокровище? Ага. Что? Так. Так. Наверное, барахле должно быть. Полезно. Так или... Так, антикла. Так, отметить на карте, где это? О, ну это тут. Это супер. Сейчас найдем. Где-то вот тут прямо. Сейчас, где? А, не тут. А может и там вот эта мечница была? Вот, да. Чертовски тяжело. Так, и что тут? Ага, нормально. 500 золота. У нас не почти 1000, но... Вроде бы... 1000 нужно на пистолет тут. Рудное жало. Погода не ахти. Это весь остров. Да. Хотя тут вроде бы вверх можно как-то вылезти, но это тут лазы. Так, сейчас этого товарища продумаем.
Судового больше нет. Монстра больше нет. Ты уверен? Ну, если только в том гроте не было двух огромных урчащих тварей. Тогда я уверен. Темные дни настали. Отвратительные твари выползают из моря. Меня не оставляет мысль, что это только начало. И нас ждут еще более страшные ужасы. Какая оптимистичная мысль. С Дунканом все снова в порядке. С Дунканом все в порядке. Ему очень повезло. Я рад, что с ним ничего не случилось. Большое спасибо. В следующий раз будьте осторожнее. Уж в этом будь уверен. А что с рыбными бочками? А что с рыбными бочками? Конечно, разумеется. Я сразу отвезу их к портовой набережной. Угу. Отлично. Хорошо, что еще есть люди, как ты. Так, а он ушел? Нет, он застрял. Ну, бывает. Ну-ка. Твой друг за тебя беспокоился, поэтому мы здесь. Твой друг за тебя беспокоился, поэтому мы здесь. Я смог спастись, потому что Эдди отвлек тварь. По мне, лучше так, чем если бы кого-то из нас съели. Быть может, пройдет время, и мы над этим дружно посмеемся. Теперь мир снова в порядке. Ну ладно. Застрял, гад. Я хотел его сундук вскрыть. Ну ладно, ничего страшного, там все равно. Много, наверное, нет. Так. Пистолет можно взять. Так, артефакты. Серебряная маска. А, это у этого гриба. В таверне стоит. Так, храм воздуха. На остров Бурь нужно будет отправиться. Но сначала на Токарику. Ладно. Продолжим уже в следующей серии, в принципе. Надо будет, наверное, пистолет выкупить. А там уже... Можно и на Токарику. Найти ту деревянную ногу, а потом уже на остров Бурь. Или сюда. В принципе, вот у нас раз, два, три места, куда можно отправиться. Посмотрим. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока. О, вышел. Пойду его на грабан. Секунду, подожди здесь. Подожди здесь. Есть. Займемся черным делишком. Вот так вот. Так, можно вот это. Отлично. Так, а я думал, он уже не выйдет. Всякое. О, рог только. Нормальная штука. Все остальное. В принципе, мусор. На столе тут ничего. Ну ладно, все. Так что всем пока.